Значит, это видео посвящено тому, как визуально определить, работают ли правильно наши сальники клапанов или маслосъемные колпачки клапанов, как их еще называют. Значит, определить можно, ну, как минимум двумя, даже тремя способами. Допустим, знаю два способа. Это визуально мы можем по выхлопу определить, когда машина прогретая, работает там, даешь газу, ну то есть там свой нюанс, либо же выкрутив свечи. Вот мы видим, свечи у нас вот первая, вторая, третья, резьбовую часть видно, а на четвертой сухая. Вот, если свечи у нас вот в масляном налете, резьба, это уже очень такой большой показатель. Означает, что наши сальники не держат. Также, если вы регулируете клапана, сняли клапанную крышку. И вот здесь видим вот определенные такие просветики. Вот видим, что светлые такие промылены, проталены. Вот. То есть вот здесь у нас все коричневое, видим одинаковое, да? Наверное, этот цвет только мешает. Вот коричневое, все однородное. То там оно он светленькое у нас. То есть это означает, что газы уже пробивают. И все это дело промывается тут. Становится беленьким. С одной стороны, конечно, это красиво, меньше мыть и т.д. и т.п. Но это означает то, что сальники клапанов не держат. Ну, в общем-то, лично я считаю так. Может, кто-то меня поправит. У кого-то есть еще какое-то мнение, пишите, обсудим. Все, всем пока.